Управлять погрузчиком – дело нелегкое, рассказывает Ярослав Гаврышкив. Водителем тяжелой техники он работает уже 25 лет. Это только на первый взгляд кажется, что собирать снег просто. На самом деле тут нужна почти ювелирная точность. Надо работать аккуратно, очень быть внимательным, где машины стоят, чтобы не задеть, бордюры не ломать, деревья не ломать. Чтобы самарцы могли свободно передвигаться по тротуарам, а машины по дорогам, сотрудники предприятия «Сафари Самара» трудятся всю ночь. Нужно успеть очистить территорию района, пока на дорогах не образовалась наледь. С этой целью мы на дорогах второй категории производим обработку противогололедным реагентом. Дороги третьей и четвертой категории ПССом, это песко-соляная смесь. А на дорогах пятой категории производим расчистку снежных валов, тем самым обеспечив беспрепятственный проезд техники и передвижение пешеходов. Каждую ночь на уборку Красноглинского района выходит 12 единиц спецтехники предприятия «Сафари Самара». Во время обильных снегопадов привлекают еще и дополнительную спецтехнику организаций, с которыми есть договор аренды. Район сложный, очень много машин, как днем, так и ночью, припаркованных вдоль дорог. То есть загруженность улиц 90% днем и 50% ночью. Поэтому нам удобнее работать в ночное время. В дневное же время улавливаем момент, когда машина уезжает, и производим очистку. Техника техникой, а ручной труд никто не отменял. Снег в районе убирают и дворники. Очищают скамейки, чистят дорожки и остановки, чтобы к утру на территории всего района были чистота и порядок. Лариса Шлафаст, Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События.